Химках две женщины решили незаконно обогатиться за счет невнимательных горожан. Злоумышленницы промышляли в людных местах, в помещениях банков или на остановках. Кошельки с кредитными картами и наличными они доставали из карманов и сумок потерпевших. Поскольку женщины не знали пин-кодов, они безналично оплачивали покупки в магазинах. Таким образом, злоумышленницы успели похитить 300 тысяч рублей. После чего карманных воровок задержали правоохранители. Возбуждено дело по статье кража. Городской прокуратурой в Химкинский суд направлено уголовное дело в отношении двух женщин, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В связи с чем городская прокуратура напоминает о необходимости быть более бдительным, когда находитесь в местах общественного пользования с большим скоплением людей. Теперь подсудимым грозит до 6 лет лишения свободы.